Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах дня. Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активистов железнодорожного района Самары провели встречу с консультантом Госжилинспекции в рамках проекта «Мой дом». Открыть дорогу для иностранных студентов и наладить бизнес-связи с другими государствами. Глава Россотрудничества Евгений Примаков приехал в Самарскую область с рабочим визитом. Печки-буржуйки и металлические носилки. Студенты Самарского колледжа сервиса помогают изготавливать оборудование для российских военнослужащих. Собственные школы, производство и путевка в новую жизнь. В Самарской исправительной колонии номер 6 показали, как создаются товары на экспорт и проходят обучение осужденных новым профессиям. Глава Самары Елена Лапушкина подписала соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии с Ассоциацией Совет муниципальных образований Саратовской области. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Совет муниципальных образований Саратовской области хорошо известен в России своей образовательной работой в отношении органов местного самоуправления. Руководители городов договорились о координации деятельности и развитии методической базы, обмене опытом и взаимодействии при подготовке предложений по совершенствованию законодательства, разработки и реализации программ в сфере местного самоуправления. Важным пунктом сотрудничества станет организация взаимодействия с федеральными органами государственной власти и обучающих мероприятий по вопросам местного самоуправления. Уверена, объединение усилий наших советов принесет практическую пользу городам и селам Самарской и Саратовской областей, подчеркнула Елена Лапушкина. Наладить бизнес-связи самарских компаний с мировыми партнерами и открыть дорогу в вузы области для иностранных студентов. Глава Россотрудничества Евгений Примаков приехал в Самарский регион с рабочим визитом, чтобы подписать ряд соглашений с областным правительством, а также рассказать о многочисленных проектах федерального агентства. Подробнее в следующем сюжете. Общаться с русскоговорящими гражданами по всему миру и помогать иностранным студентам получать образование в России. Вот одни из основных задач федерального агентства Россотрудничества. Оно налаживает народную дипломатию между странами, что открывает различные возможности для совместной реализации масштабных проектов. Об этом глава ведомства Евгений Примаков рассказал на круглом столе с представителями регионального правительства и самарских вузов во время рабочего визита. Ведомство имеет контакты с 80 странами. Это открывает широкий простор для сотрудничества российским компаниям. У многих представителей бизнеса, у которых есть интересы за рубежом, соответственно, есть и какие-то идеи, которыми они будут рады поделиться по поводу того, как мы можем их поддержать, а у агентства присутствие в 80 странах мира – это достаточно большой ресурс. Это и контакты с предпринимательскими, гуманитарными кругами, то, что не входит в компетенцию непосредственно дипломатических представительств, а закрывается нами. Самарская область не понаслышке знакома с проектами федерального агентства. Регион в прошлом году уже встречал русскоговорящих детей из других стран в рамках проекта «Здравствуй, Россия». А самарские вузы привлекают большое количество иностранных студентов. В областном правительстве уверены, это сотрудничество необходимо расширять и продолжать. Тем более, что региону есть что предложить зарубежным партнерам самого разного уровня. Все эти проекты так или иначе направлены на продвижение региона, его компетенций, его усилий по созданию новых конкурентных преимуществ совершенно разного свойства. Речь идет не только о бизнесе, в международном глобальном поле. Одно из основных направлений Россотрудничества – это помощь иностранным студентам. В этом году 30 тысяч молодых людей из других стран поступили в российские вузы. О преимуществах обучения они рассказывают своим землякам, которые приезжают поступать и на коммерческой основе. А это дает импульс к развитию регионов и страны в целом. Андрей Грагуленко, Николай Епифанов. События. Исполнять обязанности председателя счетной палаты Самарской области будет Татьяна Яковлева. Ранее она была заместителем главы счетной палаты. А до этого работала в Министерстве управления финансами региона на различных должностях – от ведущего специалиста до руководителя управления. В Самаре продолжается реализация проекта «Мой дом». В этом году встреча со специалистами ГЖИ и районных администраций проходит в формате индивидуальных консультаций. На этот раз встреча прошла в железнодорожном районе областного центра. Светлана Тимофеева расскажет подробности. Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активистов железнодорожного района Самары прошла встреча с консультантом Госжилинспекции в рамках проекта «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении МКД. Встречи со специалистами продолжаются в формате индивидуальных консультаций. В основном приходится с такими вопросами,
по поводу, допустим, кто администратором является, инициатором общего собрания с использованием данной системы ГЖКХ. Также вопросы задают еще по общему содержанию, скажем так, вне зависимости от системы ГЖКХ. Эта информационная система позволяет без комиссии оплачивать коммуналку, отслеживать работу управляющих компаний, проводить собрания. Удобно тем, что сейчас в данный момент многие председатели нашего района организуют собрания онлайн, и жители, не выходя из квартиры, могут проголосовать без бумажных бюллетеней. Также вот лично мной опробован способ оплаты через систему ГИС-ЖКХ квитанции, что тоже очень удобно. Также можно найти всю информацию, необходимую по дому в этой же системе. Чтобы председатели МКД и активные жители могли решать вопросы эффективнее, во внутриградских районах работают ресурсные центры. В железнодорожном районе их 4. После семинаров, как правило, ресурсные центры стали посещать чаще, потому что, поработав в этой программе, то есть наглядно уже зайдя туда, конечно, возникают вопросы, и ресурсные центры помогают в этом. Ну, то есть идет на прирост посещаемости. Встречи со специалистами ГЖИ проходят во всех районах города раз в месяц. Также в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД 80 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Убирают налити снег, освобождают ливневки, расчищают дороги и пешеходные зоны. Коммунальные службы продолжают приводить Самару в порядок. Особое внимание специалисты уделяют содержанию проезжих частей. В частности, тех дорог, которые отремонтировали в прошлом году на средства национального проекта. Михаил Ермоленко побывал на участках вместе с уборщиками и увидел, как организован процесс расчистки. Обязательное сезонное содержание, чтобы качество дорог не снижалось. С таким подходом службы благоустройства ежедневно расчищают Самару от снега. В центре внимания специалистов профильных предприятий не только пешеходные зоны, остановочные пункты и социальные объекты, но и проезжая часть. В особенности те участки, которые отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году обновили порядка 37 маршрутов. Чтобы эффективно расчистить проезжую часть, используют крупногабаритную технику. Основная сила здесь – самосвалы и тракторы. Во время расчистки, то есть как бы механизаторы стараются более аккуратно проводить уборку, чтобы не повредить уложенное покрытие проезжей части своим навесным оборудованием. То есть это металлическими ножами, отвалом, ковшом. То есть это происходит все аккуратно делается. В прошлом году улицу Народную в Куйбышевском районе отремонтировали на участке от Шоссейной до Обувной. Протяженность составила более 19 тысяч квадратных метров. Этот маршрут – один из основных в поселке Сухая Самарка. Ходит здесь и транспорт в микрорайон Волгарь. Специалисты следят за содержанием как проезжей части, так и пешеходных зон. Где техника не проедет, за дело берутся рабочие с лопатами. С тротуара убирают наледь, обрабатывают противогололедными средствами. Ручной труд всегда ценился, поэтому руками лучше делаешь, чем техника. Технику он и оставляет тоже за собой. А руками всегда все чище получается. Всего с начала сезона с улиц Самары службы вывезли более 135 тысяч тонн снега. Только за прошедшие сутки цифра превысила 3400 тонн. Ночью в городе работали 107 человек и 185 единиц техники. А днем задействовали 230 спецмашин и порядка 3300 уборщиков и дворников. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». На перекрестке улиц Полевой и Новосадовой выполняется устройство стартового котлована. Готовность свай более 65%. Общая готовность котлована порядка 28%. А в исторической части города разработка стартового котлована завершена. Однако продолжаются подготовительные работы для конструкции тоннеля-проходческого комплекса. Специалисты монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Также в ближайшее время необходимо завершить закольцовку водовода в районе улиц Галактионовской и Красноармейской. Кроме того, на этом перекрестке переустроят трамвайные пути для сохранения трамвайного сообщения на следующем этапе строительства метро. Минимизации неудобств для горожан уделяется повышенное внимание. Кроме сужения автодороги на одну полосу в направлении из города, больше никаких ограничений движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Трамваи продолжат курсировать по старому полотну.
полотну. После укладки путей, стыковки старого и нового полотна и переподключения контактной сети МПТТУ организует пробный пуск трамваев. Итогом станет комиссионная приемка. На всех стройплощадках работы организованы в штатном режиме. Они находятся на непрерывном контроле. После ввода в эксплуатацию новой станции Театральная у горожан появится возможность гораздо быстрее добраться из отдаленных районов до исторического центра города. Я считаю, что от строительства метро одни плюсы. Потому что сам живу на Безымянке уже давным-давно. И, конечно, в старый город и в центр города тяжеловато добираться. На площадь Куйбышева, на Ленинградскую, минуя все пробки, мы за 15-20 минут сможем быть уже в центре. И это, конечно, естественно, очень удобно. Далее коротко о других темах дня. Российские банки в январе снизили объемы кредитования граждан. По подсчетам аналитиков, выдано 800 миллиардов рублей против почти 1,5 триллиона в декабре. Рынок еще полностью не восстановился. Кроме того, январь – первый месяц, когда для банков стали действовать введенные Центробанком новые лимиты, ограничивающие выдачу суд по сроку и уровню долговой нагрузки. Наиболее серьезное падение показал рынок ипотеки, который сократился на 59,5% по отношению к декабрю и на 13,5% в годовом выражении. У этого есть две причины. Во-первых, в декабре был реализован ажиотажный спрос на льготные программы. Всплеск спроса был, даже несмотря на объявленное их продление. Во-вторых, такому результату способствует и борьба ЦБ с субсидируемой ипотекой по низким, менее 1% ставкам от застройщиков. «АвтоВАЗ» объявил о закрытии сделки по приобретению бывшего петербургского завода «Ниссан», переданного ранее японским производителям в собственность России. Документы подписали президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «НАМИ» Федор Назаров. Среди активов – производственные и научно-исследовательские мощности «Ниссан» в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. За все это заплатили символическую сумму в 1 евро. «АвтоВАЗ» намерен запустить производство уже через полгода и до конца 2023 года выпустить до 10 тысяч машин. Житель Самары решил приобрести щенка, но вместо этого лишился 15 тысяч рублей. Купить собаку 17-летний парень решил на одной из интернет-площадок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Связавшись с продавцом по переписке и договорившись о цене, молодой человек перевел на указанные собеседником реквизиты 15 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Парень обратился в полицию. По его словам, он знал о подобных мошенничествах при обращении с продавцами на интернет-площадках, но его привлекла низкая цена за собаку. Возбуждено уголовное дело. Иностранный турпоток в Россию за 3 года сократился в 25 раз, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Порядка 200 тысяч иностранцев в прошлом году посетили нашу страну с туристическими целями. Это почти на 5 миллионов меньше, чем в 2019-м. Самара вошла в топ-10 самых интересных направлений для одиночных путешествий. Это выяснил российский сервис бронирования отелей и квартир, проанализировав заявки. Больше всего путешественников манит теплый город Сочи. Второе место занимает Санкт-Петербург, третье – Кисловодск. Столица России, Москва, заняла в этом рейтинге 4-е место. На 5-м – Махачкала, на 6-м – Пятигорск. На 7-м месте – Янтарный край, Калининград. На 8-м – Казань. 9-ю строку занимает Красная Поляна. Самара замыкает топ-10 популярных городов для одиночных путешествий. Собственные школы, производство и путевка в новую жизнь. В Самарской исправительной колонии номер 6 показали, как создаются товары на экспорт и проходят обучение осужденных новым профессиям. В настоящее время в исправительных учреждениях Самарской области рабочими местами обеспечены порядка 70% осужденных. В каждом организовано обучение, представлено до 17 профессий. Как получить диплом государственного образца, если человек отбывает срок в исправительной колонии, узнала Ольга Павлова. Качество сырья, ее взаимозаменяемость. Мастер производственного обучения Умеда Хамралиева проводит урок по поварскому делу. Слушать надо внимательно и желательно записывать, чтобы перед практической частью была возможность повторить основные правила работы на производстве. Повар – не единственная профессия, которую можно освоить в исправительной колонии номер 6. Осужденных здесь обучают основным дисциплинам по 17 специальностям. Сварщики, электромонтеры, пекари и даже парикмахеры. Теория совмещается с практикой. Для того, чтобы это больше усваивалось, и было правильно. По окончании обучения выдаются дипломы, сертификаты, то есть в зависимости по направлениям деятельности. Ни один осужденный не освобождается с мест лишения свободы без профессии.
Практическая часть занятий проходит на территории цехов, где производство фактически не останавливается. К примеру, отсюда ежемесячно на экспорт отгружают до 2 тонн стирального порошка. Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству исправительного учреждения с Новосибирским заводом бытовой химии. Поставка сырья для производства моющих средств позволила увеличить штат работников до 60 человек и замотивировать их достойной заработной платой. Деньги заключенным необходимы для погашения счетов по исковым обязательствам и помощи родственникам. Также деревообработка, металлообработка, сборка и изготовление пластиковых оконных конструкций. Любой вид производства, в принципе, мы можем освоить. Плодотворная работа велась в 6-й колонии и в период пандемии. Заключенные шили маски и медицинские халаты. Сегодня для наших бойцов, выполняющих спецзадачи в зоне СВО, осужденные изготавливают казарменную мебель и шьют обмундирование. Ежедневно в цехах работают 210 человек, которые полностью обеспечивают себя одеждой. Завтрак, обед и ужин заключенные также готовят себе самостоятельно. Трудовая адаптация, она, конечно же, дает такой положительный сдвиг, что человек думает больше, побыстрее, чтобы освободиться. Когда человек занят, он меньше думает о плохих каких-то вещах. То есть тем самым он уже с самого начала начинает адаптироваться к тому, что он будет находиться уже где-то в нашем социуме. Для взаимодействия с органами муниципальных образований и структур сотрудники 6-й колонии сегодня провели рабочую встречу. Обсуждалось как расширение географии поставок товаров на экспорт, так и заключение госконтрактов, которые позволили бы исправительному учреждению увеличить заказы и выйти на более масштабный уровень работы. Не исключено, что в будущем товары, производство которых идет в колониях Самары и области, будут заказываться общеобразовательными, культурными и общественными организациями региона и города. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Люди с большим сердцем. Волонтерское движение в Самарской области набирает обороты. К сбору и изготовлению гуманитарной помощи подключились не только крупные производственные организации, но и учебные учреждения. О том, какую помощь оказывают педагоги и студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, расскажем в нашем следующем материале. Почувствовать тепло родного края военнослужащие смогут уже в ближайшее время. Студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования в рамках общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» изготовили очередную партию печек-буржуек. В чем заключается наша помощь? Совместно со студентами, совместно с мастерами производственного обучения на протяжении уже около 2 месяцев мы занимались изготовлением полевых печек, которых изготовили на сегодняшний день 67 штук. На изготовление одной такой печки уходит примерно 4 часа. Бойцам она нашим пригодится, чтобы согревать их, сушить вещи. Колледж тесно сотрудничает с Самарской региональной общественной организацией, оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО «Самбат». Волонтеры организации регулярно доставляют гуманитарную помощь, собранную и изготовленную специально для военнослужащих. Во время таких поездок списки необходимых вещей корректируются. Нередко возникает необходимость в создании какой-то принципиально новой конструкции. Так появилась идея попробовать изготовить маневренные металлические носилки на колесах. Я подсмотрел эту идею в зоне СВО. Я увидел, как ребята работают с такими носилками металлическими. И приехав в Самару, я об этой идее рассказал в нашем колледже, который производит там всякие интересные металлические изделия. И руководитель колледжа, конечно, сказал, давайте попробуем. И сейчас на настоящий момент как раз делаем пилотную версию. Металлические носилки на колесах могут послужить как для перемещения вещей, так и раненых бойцов. Продукция, которую изготовили неравнодушные студенты Самарского колледжа, уже в ближайшие дни отправится в зону проведения СВО. Александра Гусева, Константин Головин. События. Футболисты «Крыльев Советов» пока не планируют менять график тренировочных сборов из-за землетрясений в Турции. Хоккеисты ЦСКА ВВС начинают второй этап первенства ВХЛ матчами против «Динамо Алтай». А самарские баскетболистки вошли в состав национальной команды. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». «Крылья Советов» пока не планируют менять график проведения третьего тренировочного сбора, который должен стартовать в Турции сегодня, сообщили в пресс-службе Волжского клуба. Накануне у команды были выходные дни между вторым и третьим сбором. 3 февраля из Турции улетели почти все представители команды. «У тех, кто остался там, все хорошо. Ребята в момент землетрясения находились в Белеке», рассказала пресс-служба самарцев. Пока никаких коррективов в график проведения третьего тренировочного сбора внесено не было. Клуб будет следить за ситуацией.
Комитет первенства ВХЛ опубликовал расписание второго этапа турнира. В нем примут участие 4 команды, в том числе и победители первого этапа – самарские, ЦСКА, ВВС. С каждым соперником клубы сыграют по 3 матча. Второй этап стартует 10 февраля и завершится 12 марта. По его итогам будут определены полуфинальные пары участников плей-офф. Очки, набранные на первом этапе, тоже будут учитываться при итоговом распределении мест. Летчики начнут этап домашней серии игр против «Динамо Алтай». 5 февраля в подмосковном Новогорске стартовал сбор женской национальной баскетбольной команды. Двое из игроков, вызванных на сбор, представляют Самару – Дарья Курильчук и Дарья Колосовская. Сбор продолжится до 10 февраля. По его завершении команда отправится в Минск, где 11 и 12 февраля проведет 2 товарищеских матча со сборной Беларуси. Воспитанница Тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер будет выступать за колледж Северной Каролины в Национальной ассоциации студенческого спорта. Накануне 18-летняя теннисистка сыграла матч против Лейни Слис из Университета Оклахомы. Матч закончился уверенной победой Шнайдер со счетом 6-4-6-0. Решение Дианы объясняется тем, что выступления за колледж позволяют регулярно тренироваться под руководством тренеров и получать финансовую поддержку. Также колледж будет оказывать спортсменке помощь в получении виз. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самара лидирует по количеству проведенных общественных голосований в России на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», по данным Минцифры. Об этом пишет в своем телеграм-канале руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. Она напоминает, что на госуслугах регулярно проводятся опросы, обсуждения, голосования для выявления мнения жителей. Также на этой площадке теперь проводятся публичные слушания по вопросам градостроительства. Эту практику будут продолжать. Немного статистики. Самарская область стала первой среди всех регионов по количеству таких мероприятий, проведя больше всего опросов – 972. На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ – 827. Самарская область провела 58 голосований. Это лучший результат. На платформе обратной связи Самарская область оказалась в пятерке лучших. Чтобы оставить свой голос или пройти опрос на госуслугах, нужно иметь подтвержденную учетную запись. Виджет «Общественное голосование» размещен на сайте администрации Самары. Для улучшения транспортной доступности внесены изменения в реестр городского маршрута номер 50. С 8 февраля он изменил схему следования. В сторону железнодорожного вокзала автобус будет двигаться не через эстакаду, а по дублеру улицы Новосадовой и совершать остановку возле дома по улице Новосадовая, 184. Далее автобус проследует мимо ТЦ до улицы Советской Армии и повернет налево в районе ДК «Современник» с остановкой около дома по улице Новосадовая, 164. По всем вопросам и пожеланиям по работе общественного транспорта можно обращаться на телефон горячей линии для пассажиров 207-70-11, пишет телеграм-канал департамента транспорта Самары. Глава Куйбышевского района Алексей Коробков провел личный прием граждан. В повестке стояли такие вопросы, как создание контейнерной площадки, капитальный ремонт, снос гаражей, строительство спортивной площадки и другие. Очень рад, что люди со своими вопросами приходят к нам. Значит, рассчитывают на нас. Надеюсь, своей работой оправдать доверие жителей, написал глава района. Личный прием Алексей Коробков проводит каждый первый вторник месяца с 14 часов по предварительной записи, пишет телеграм-канал администрации Куйбышевского района. Телеграм-канал администрации Ленинского района напоминает о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту. Нужно помнить, что угарный газ не имеет запаха. Он образуется при неправильном использовании газового оборудования. Признаки отравления угарным газом – головокружение, дезориентация, тошнота, обморок. Без промедления вызывайте скорую помощь. В телеграм-канале администрации города «Вести с Дворянской» рубрика «Красивая Самара». В 1956 году произошла одна из наиболее загадочных самарских историй. Предание гласит, что девушка Зоя, проживавшая в доме 84 по улице Чкалова, окаменела в новогоднюю ночь и простояла 128 дней. Перед этим она долго ждала своего возлюбленного Николая, но молодой человек не явился. Тогда Зоя взяла икону с изображением Николая Чудотворца и закружилась в танце. Тут девушка и окаменела. В народе это явление получилось название «Стояние Зои». Около дома, где произошла история, в мае 2012 года установили бронзовый памятник святителю Николаю Чудотворцу. Скульптуру создали самарцы Александр и Николай Куклевы всего за 2 месяца. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях.
Всего вам доброго и до встречи!